Богдан спрашивает. Краса не потреба, а екстаз. Це не образ. Що вам хотіли б, що вам хотілося б бачити? І не пісня, що вам хотілося б чути, але образ, що ви бачите, навіть якщо зімкнете очі, пісня, що ви чуєте, навіть якщо закриваєте вуха. Джебра. Монро у вас стільки жіночності та краси, що цьому можуть позаздрити багато жінок. Що для вас бути жінкою? Образ на сцені, стан душі, сутність чи щось інше? І ким у сучасному світі легше бути жінкою чи чоловіком? Ви знаєте, в сучасному світі взагалі легко бути. Рассуждать философски, то жизнь это... Ой, кто звонит мне, извините, опять Кали Кларксон. Сейчас, секундочку, можно я сделаю тише звонок, чтобы не нарушать нашу идиллию? Так вот, я продолжу. Жизнь, по сути, это легкость, это наслаждение, это путь. Лично для меня. Хотя раньше я считала, что действительно это какая-то тяжесть, груз, это... Карма тяжелая, и ты вот несешь ее на себе, как, знаете, два ведра на коромысле. Нет, ни в коем случае, только от вас зависит, как вы будете воспринимать эту жизнь. И рассуждать легко ли, сложно, ну, на мой взгляд, как-то совершенно абсурдно. Вы чувствуете себя женщиной? Прекрасно. Чувствуете себя мужчиной? Великолепно. Совершайте честные поступки, честные по отношению к себе, а также к людям. И, на мой взгляд, зависть, она, конечно же, стимулирует. Стимулирует к определенным действиям, с одной стороны. А с другой стороны, она тебя съедает изнутри. В последнее время я перестала следить за... Ну, как пристально следить за там, чужой абсолютно жизнью. Да, мне интересны достижения моих коллег по творчеству. Мне интересны достижения вообще всех творческих людей, начиная от художества, заканчивая строением новых самолетов. Но чтобы я обсуждала это, завидовала, господи, у меня своя жизнь, которая, в принципе, достаточно интересна, вижу по количеству вопросов, она... не оставляет вас в покое, что не может не радовать.